В сети появились тесты грядущего флагмана компании Qualcomm Snapdragon 845. Процессор засветился в нескольких бенчмарках, впечатляя своими цифрами. Сравнивая со Snapdragon 835, прирост производительности колеблется от 3 до 45%. В частности, по AnTuTu платформа набрала 260 тысяч очков, хотя тесты отдельных смартфонов на ней показали до 270 тысяч. Первыми флагман должны будут получить смартфоны Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 7 и Mi Mix 2S, Nokia 8 Sirocco и Nokia 10. 845-я модель состоит из 4 ядер Cortex A75 и 4 Cortex A55, а также видеоядра Adreno 630. Производится флагман по 10-нанометровому техпроцессу FinFET и является самым энергоэффективным в серии.